Продолжаем тему летних душев, так как на Урале обещают жару до октября месяца плюс 40. Рассказываем подробности. Летний душ бывает много-много видов. Первое отличие – это с раздевалкой или без. То есть метр на метр или на метр на два. То есть размер по полу. Второй размер, то есть запомни, да, ширина метр стандартная, длина бывает метр или 2 метра. Второе, высота бывает 2 метра или 2,40, если без крыши берем. Третье, высота 2 плюс крыша, 2,60. Четвертое, высота 2,40 плюс 60, итого 3 метра высотой. Это для высокорослых людей, очень высоких. Идем дальше, значит. Ну и также бывают они без крыши, с крышей. Но в основном берут с крыши, потому что дождь или еще что-то в любой, то есть погоду, можно по... И второе, плюс крыши, это то, что там быстро создается тепло. То есть аккумулируется тепло в этом летнем душе. Например, на Урале уже третий месяц жара у нас. Я еще за эти 3 месяца, грубо говоря, 2 месяца предыдущих, начиная с мая, когда никогда такого нормально, я ни разу на даче не включал подогрев бака. Потому что все нагревается солнцем. И теплом, который аккумулирует. Дальше идем. Двери вы можете установить как левую, как правую. Сейчас в новой комплектации их идут ручка-замок двухсторонний. То есть вы можете изнутри, снаружи закрыть. Не надо мучиться. Видите, даже следы от шпингалетов остались. Не надо мучиться шпингалетом этим. А можно зайти и изнутри закрыться. Также еще комплектуется крючок, который вот здесь, нет на образце, крючок ставится для фиксации вот так вот двери в открытом положении. Но мы не рекомендуем, потому что большой парус, и чтобы может разболтать крючок. Мы ложим комплект крючки и их ставим при монтаже. Дальше идет у нас, если, например, при метр на два с раздевалкой мы дарим в подарок коврик, идет в комплекте шторка, крючки и мыльница. Также вы можете приобрести дополнительно трапик, по которому ходить. Цена на дерево сейчас просто вскочила в разы, я вам скажу, в 2, а то и в 3 раза на дерево. Там камерная или доска, которая идет строго на этом. Такой вот. Вы можете сами, я, например, сам просто из доски себе застелил трап полностью сплошную, доску сделал. Построгал и застелил. Также многие покупают, можно без трапика и в любом строительном магазине купить просто половую доску и застелить ровный сплошной пол. И там просверлить, не знаю. Так-то трапик, он, видите, вот с прорезями, чтобы вода куда-то уходила. Идем дальше. Баки. Баки бывают с подогревом или без подогрева. Размерностью, литражом, без подогрева идут 110, 150, 200 и 250. То есть 4 вида. С подогревом идут 150, 200 и 250. У баков с подогревом идет вот такой, показывается, перелив. Видите, вода стоит. Также идет ТЭН, регулирующий у него с термодатчиком, регулирует кипятру, которая стоит. У меня стоит где-то на 45 градусов. Вот тут коробочка, видите, электрика. Ну и провод соответствующий. Также идет крышка горловины на 300. И, чтобы для залива воды, если не через горловину, штуцер. Поликарбонат. Поликарбонат мы рекомендуем, конечно, серый. Есть еще белый. Ну, белые марки, и в нем все равно как бы некоторые очертания человеческого тела видны. Тут уже выбор за вами. Следующее, по каркасу. Каркас состоит из оцинкованной, изготавливается из оцинкованной профильной трубы сечением 20 на 20 и 20 на 40. То есть в этой конструкции два вида трубы. Она в последующем, то есть изготовление, сварка и покраска. Покраска у нас, кто давно с нами, знает, что мы единственные в России, кто у кого идет в стандарте покраска полимерно-порошковая. Цвет идет 80-17. Шоколад, всеми любимый. Сборка. Сборка очень простая. Она состоит, сам летний душ состоит из задней стенки глухой. Вот эти две детали передние, они идут одинаково, идентично. То есть идет арка вот эта вот. Вот видите, цельносварная. Следующая цельносварная. И они ставятся, собирается с помощью прогонов. Вот, видите? И вот. Везде. Просто произошло чудо вчера. И в славном городе Н Российской Федерации собрали вот эти панели, которые передняя и средняя поставили вместо стен.
Ну и соответствующая дверь оказалась маленькая. Но эту историю молчу, сейчас будет разбирать и собирать. Хотя видеоинструкция, огромное количество, все рассказываю, показываю. Летний душ, я вам скажу, очень сейчас такую жару замечательно вечер, да даже днем просто сполоснуться, смыть вся грязь, пыль, пот и, так сказать, поехать домой свежим, да или просто лечь спать свеженько, если у кого нету бани или идет стройка, или просто это дача без бани, или просто после огорода, даже у кого есть баня, многие покупают летний душ, чтобы просто после огорода зайти и смыть себе пыль, грязь вот этого, землю и так далее. То есть очень идеальный вариант для любителей земли нашей матушки, так сказать. Еды с огорода. Заказывайте летний душ, конечно, сейчас цена возросла из-за цены металла, из-за цены поликарбоната, сами баки возросли, дерево. Цены есть или на сайте, или пишите в директ, задавайте вопросы, комментируйте. Все расскажем, покажем. Ну, поэтому всем пока, ставьте лайки, палец кверху, задавайте вопросы. Самое главное, подписывайтесь, как эти блогеры все просят. Подпишись на меня, и ты много чего узнаешь. На нас не надо подписываться, просто нас смотрите и пишите. Можете даже ничего не покупать, у нас и так очередь. Хорошо покупаются. Ну вот, теперь на этой ноте всем пока. Все будет отлично.